печален, без грусти и печали, ведь это лишь начало успешного пути. Пусть волны нас качают, пусть мамы не скучают и весело встречают отважных моряков. Площадку в селе Речицы построили в течение 2 месяцев. Жители активно голосовали, и в рамках губернаторской программы этот объект на днях был торжественно открыт. Девчонки в жестких костюмах. Раз, два, три! Ура! Ура! Все, пошли! Праздник, посвященный открытию детской площадки, считается открытым! В этом году в Раменском городском округе по губернаторской программе будут оборудованы 9 площадок. Освещение, видеонаблюдение и подготовка территории под новую детскую зону было выполнено за счет муниципальных средств. Такие площадки, которые сейчас строятся в территориальных управлениях, не в городах. Вообще это было, наверное, предел мечтания были жители, которые живут на удаленных территориях. Были площадки поскромнее, всегда хотелось показать, что в городе есть. А вот теперь, видите, как дошло время, и большое спасибо нашему губернатору за то, что такая программа позволяет реализовывать такие проекты на удаленных территориях. Финансирование ваше очень важно. И пользуясь случаем, я хочу вам сказать слова благодарности за то, что в этом году мы открываем 2 новые площадки. Здесь и в скором времени откроем в Минино площадку по губернаторской программе. Мы благоустраиваем площадку на поселке комбината «Стройматериал». И в этом году, дорогие мои жители взрослые, мы будем продолжать реконструировать нашу станцию «Кжель». И Виктор Валентинович нам тоже в этом помогает. Поэтому, Юрий Анатольевич, как председатель Совета депутатов, выражаю вам тоже слова благодарности. И у нас сегодня и гости, Игорь Хареныч, наш всеми уважаемый, любимый наш депутат, и Нина Михайловна Широкова, Ирина Васильевна Ежова. Посмотрите, сколько гостей! Наш поселок, мой родной поселок, давно не видел такого количества гостей. Правда? Да! Ребята, площадка вам нравится? Спасибо за такие замечательные слова. Новая площадка укомплектована игровым комплексом, элементами для лазания, качелями и каруселями. В общем, детворе есть где разгуляться. В наше время таких площадок не было. И, к сожалению, понятно, но время такое было. То, что сейчас делается для детей, в части вот организации досуга на дворовых территориях появляются объекты, да такого же не было никогда. Сейчас это есть. Мы должны это ценить, мы должны это хранить, мы должны за это благодарить, уметь благодарить, потому что мы все время почему-то выискиваем плохое. Надо искать хорошее. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Антон Карташов для программы «Городские вести».